Близится сезон отпусков, и у многих уже есть планы, где провести законные несколько недель отдыха. Как выяснилось, в банках уже готовы к их наплыву, и им есть что предложить отдыхающим. Тем более, есть отличный повод. В конце мая Банк Восточен отмечает свой 28-й день рождения, поэтому 22 и 23 мая банк будет работать до последнего клиента и предлагает всем оформить кредитную карту с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 90 дней. То есть купить путевку можно сегодня, а вернуть деньги за нее уже после отпуска, ничего не переплачивая. Иногда, чтобы найти путь в жаркие страны, может понадобиться карта. И хорошо, если это будет карта с внушительным кредитным лимитом и комфортными условиями. Найти такую карту можно 22 и 23 мая в Банке Восточный.